Всем огромный-огромный привет! Мы очень рады вас видеть на нашем канале, в нашем сегодняшнем новом видео. Сегодня мне будет помогать Крис, и сегодня мы вам будем показывать, как мы ухаживаем за нашей морской свинкой. Наверное, те, кто смотрят наш канал, знают, что у нас есть морская свинка. Посмотрите, Крис как держит сосочку. Крис, она у тебя перевернутая полностью. И у нас еще есть немецкая овчарка Эльба. Вот, но сегодня мы вам покажем нашу морскую свинку, как мы за ней ухаживаем. Первое, что нам нужно сделать, это подготовить нашего помощника Криса. Сейчас мы его переоденем. Смотрите, какие у нас есть с машинками. Непромокаемая такая пеленочка, очень удобная. Сейчас я постелю ее. На нее постелю марлечку, чтобы было удобно лежать, потому что приятно, точнее, неудобно, а приятно, потому что на клеенке лежать не совсем приятно, да? Крис, ты мой малыш, веселый он. Так, и поменяем одежду Крису. Сегодня я решила, что он будет у нас в строгом сером костюмчике. Сегодня мы будем ухаживать за нашей морской свинкой, поэтому сиять нам сильно не нужно. Нам главное сегодня все сделать правильно, да, Крис? И вовремя, потому что наша Эмма голодная и немного злая на то, что у нее уже грязная подстилка в клетке. Поэтому нам нужно все сделать быстро и так, чтобы нашей Эмме это понравилось. Да, Крис? Скажи, чтобы Эмма нам потом не кричала. Она у нас очень пищит и кричит, когда хочет или пить, или кушать. Или когда у нее грязная подстилка, она тоже показывает свое недовольство. Так, опять я что-то потерялась, как это застегивать. Угу, это сюда. Так, это сюда. Сюда. Вот. Это красивый мальчик. Помощник мой маленький. Так, сейчас оденем штанишки со слониками у нас тоже с животными. Мы животных любим очень сильно. Вот так вот. Всегда у нас жили животные. У нас еще жили дегу всегда. Или морские свинки. К сожалению, они что-то долго не живут. Поэтому у нас уже поменялось несколько морских свинок и несколько дегу. И вот такая вот у нас шапочка. Мне она так нравится, она так идет Крису. Не знаю, ему очень хорошо в ней. Образ, да, отлично. Вот такой у нас сегодня серьезный серый мальчик. Да, помощник? Посмотрите, Крис просто прелесть. Вот сегодня такой вот красивенький серенький мальчик будет мне помогать ухаживать за нашей морской свинкой Эммой. Так что оставайтесь с нами, впереди еще много-много интересного. Вы знаете, всегда раньше, когда я еще была даже маленькой, потом немного постарше, я всегда думала, почему морские свинки, как бы, с чего это название. Ну, потом я много читала, как бы поняла, от чего. Но если честно, вот я теперь понимаю, почему свинка. Сейчас я вам покажу нашу Эмму. Вот реально, посмотрите, какой свинюшник Эмма нам возле клетки навела просто. Это катастрофа. Вот теперь я понимаю, почему свинка. Мало того, что в клетке. Вот, вот слышите? Вот она недовольна тем, что у нее не почищена подстилка. Сейчас мы будем чистить подстилку, чистить Эмму и кормить ее. Так, уже пришла Эльба помогать нам, да? Эльба, ты будешь нам помогать? Сейчас Эмма посидит с Крисом. Ну вот, да, Эльба уже очень хочет дружить. Очень хочет ее облизать. Вот. Эльба, не ешь ничего, пожалуйста. Так что вот так вот Эмма очень ждет. Мы сейчас ее достанем. Она будет... Отойди, Эльба. Она будет сидеть с Крисом, а мы будем ей чистить клетку. И Эмма у нас как малыш. Мы стелим всегда пеленку непромокаемую. Ставим ее лежачок
И Эмма может в нем находиться, так чтобы она не упала ни с кровати, ни с дивана. Мы ее никуда наверх не ставим. Ставим ее всегда на пол. Она здесь может побегать, посидеть. Сейчас я посажу Криса к ней, а сама пойду я чистить клетку. Да, Эмма, не убегай, не убегай никуда. Она всегда зарывается. Так, Эмме мне пришлось дать морковку, потому что сидеть она спокойно вообще не хотела в лежаке в своем. Крис, как и любой малыш, очень любит животных. И всегда с радостью наблюдает и за нашей собакой, и за Эммой. Эмма так сладко всегда хрустит. И морковку, и капусточку. Она очень любит овощи. Морским свинкам обязательно их давать. Вот. А я сейчас ей почищу ее клеточку. И она будет потом тоже очень рада в ней сидеть. И, конечно же, положу ей еду. Покажу, какой едой мы кормим нашу морскую свинку. Да, как я посмотрю, работы у меня сегодня много. Так что почистить, расчистить, чтобы это было все чистое. Сейчас буду чистить, а потом покажу вам результат уже. Как Эмма будет радоваться своей чистой-чистой клетке. Клетку я уже поменяла, и сейчас хочу показать, что у нас там внутри. У нас вот такие вот гранулы, которые впитывают очень хорошо воду. И остается как бы в клетке сухо. Очень хорошие, я очень довольна. И всегда мы покупаем одни и те же уже очень-очень долго. Кстати, они кошкам рекомендуют использовать. А сверху на этих гранулах, которые впитывают воду, у нас вот такие вот, вот такая древесина. Крупную я покупаю. Я мелкую не люблю, я покупаю всегда крупную. Чтобы нашей морской свинке было очень удобно как бы ходить, и чтобы те гранулы ей просто не в лапки как бы не забивались, то есть чтобы было ей мягко и удобно, комфортно. Вот. И сено всегда сверху. Вот, как видите, я насыпаю много сена, потому что сено это 80% еды морской свинки. Оно всегда должно быть в клетке. Я всегда насыпаю на подстилку. Мы не имеем этот сенник, как бы мне это неудобно, потому что она быстро кушает. А когда у нас две было, так это просто исчезало с сенника, это сено, и постоянно приходилось ложить, или я забывала, и не было сена. Поэтому мы просто стелим. Как только она его доедает, так сразу я наполняю еще. И вот такое вот питание у нас для морской свинки. Разнообразное вот внутри мы покупаем и очень тоже рады. У нее, видите, вот так вот выглядит настеленная. Есть игрушечка даже. Вот такая она с ней играет иногда. Гоняет как мячик. Две у нас вот такие вот миски. Одна для свежих овощей и фруктов, а вторая с кормом. И сейчас я положу еще туда яблочко, и можно уже Эмму положить обратно. Она будет счастлива. Крис с Эммой отлично здесь справились. Эмма никуда не убежала, она как раз морковку скушала. Сейчас мы можем ее уже вернуть в ее клетку. Она будет очень рада там чистоте. И, может быть, ляжет даже спать. Вот еще какие-то кусочки морковки нашла. Сейчас докушает, и мы ее пересадим. Я ей положила и корм, и яблочко. Может, будет хотеть яблочко Эмма. Она очень рада, когда у нее там есть что-нибудь вкусненькое, что-нибудь из свежих фруктов или овощей. Очень она этому радуется всегда. Так, Эммочка уже очень спешит. Ау, в клетку аж выпрыгнула. Вот, сейчас она будет искать еду. Да, чисто. Эммочка, чисто у тебя. Так, ей пойдет, конечно же, кушать. Конечно же, кушать. Вот, яблочко. Как я и говорила, унесла куда-то яблочко. Эмма, ты где? Спряталась.
Вот видите, как я вам и говорила, что будет кушать яблочко. Вот так вот. Хрумка наша. Хрумстит. Ты спряталась, да, яблочко утащила, чтобы никто не забрал. Никто не заберет. Так сладко будет кушать. Давайте ее оставим. Пускай кушает, отдыхает. Эмма наслаждается своей едой, чистой клеткой, а мы с Крисом вас благодарим за время, проведенное на нашем канале, за ваши лайки, за ваши просмотры. Обязательно возвращайтесь к нам на канал, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Мы будем очень рады вас видеть. Мы вас очень любим и очень ждем в следующем видео. На сегодня пока-пока! Крис, пока-пока-пока!